Директора физкультурно-оздоровительного комплекса Верхнего Уфалея нашли мертвым под окнами его квартиры в Челябинской области. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 41-летнего Антона Наумова. Накануне, 14 марта, руководитель ФОКа был найден мертвым под окнами собственной квартиры. Трагедия произошла в первой половине дня. По предварительной информации, Наумов скончался от травм, полученных при падении с высоты. При этом сообщается, что его квартира была заперта изнутри. Кроме него дома никого не было. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины гибели южноуральца. Отметим, Антон Наумов работал в должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса с 2016-го. Ранее он трудился в Верхнеуфалейском филиале ЮРГУ.